В Якутске задержан бывший министр внутренних дел республики Яков Стахов, который скрывался от правосудия с 2012 года. Напомним, будучи руководителем регионального МВД, Стахов оказался замешан в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, махинации с недвижимостью. 16 марта 2012 года суд вынес решение о его аресте. До этого Стахов находился под подпиской о невыезде, но он нарушил меру пресечения и уехал из Якутска в Москву. 12 октября текущего года бывший министр внутренних дел Республики Саха-Якутия Яков Стахов был задержан и доставлен в следственный изолятор. В настоящее время расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, которое ранее было приостановлено, возобновлено, и следователи вновь продолжают расследование по данному уголовному делу.